господин. Говорите с сотой. Он красильщик. Поговорите с сотой. Он главный. Ищите его в красильне. Я ищу старосту. Соту. Вы самурай, которого зовут призраком. И твои люди бегут от меня. Почему? Мало ли кем окажется чужак. Монголом, разбойником. Я могу помочь. Спасти от разбоя. О нас не беспокойтесь. Мы и сами справимся. Ты отказываешься? Болезнь и голод – вот наши враги. Их не одолеть никаким мечом. Как скажешь, Сота. Что-то здесь не так. Мне стоит осмотреться. Сюда, господин. Только держитесь подальше. Что тебе надо? Прошу вас, идемте. К чему таиться? Лучше, чтобы нас не видели вместе. Мало ли на что способны эти люди. Они что-то скрывают. Этого места все сторонятся, будто оно проклято. Но как-то ночью я видел, как сюда пробирается Сота. Молодец, что сказал. Уходи отсюда. И будь осторожен. Что они скрывают? Мертвец. Его утопили. Обрывки одежды. Женской. Следы окровавленных пальцев. Царапины. Здесь держали людей. И они пытались выцарапать ход. Здесь что-то висело. Или кто-то. Да что здесь произошло? Земля слишком мерзлая для похорон. По словам Соты, большинство скосило болезнь. Одни мужчины убиты мечом.
толпа людей, шли из деревни. Этих крестьян убили, нескольких бросили в деревню, остальных убили. Надо понять, куда. Пошли сюда. Что там лежит? Руки связаны. Пыталась бежать, но ее ударили и бросили умирать. Следы. Пожалуй, мне туда. Они могут быть в том доме. Вот и они. Надеюсь, пленники еще живы. Ой! Арво! Юэ! Юш баку полорта! Honor, Sherm, stay.
Фервилл. Все кончено. Я могу отвезти вас домой. Мы никогда не вернемся. Мужчины деревни купили себе жизнь, отдав нас монголам. Но многих убили. Тех, кто заступился за нас. Мы сами устроим себе новый дом, господин. Но только вы можете свершить правосудие. Хорошо. Брось с мужчинами из Сагу. Жители деревни Саго, я глава клана Сакай. Сюда, живо! Женщины деревни Саго свободны. А что нам было делать? Мы же не воины. Нет, вы свиньи. Каждый из вас. Пощадите их, господин. Это все я. Это я их заставил. Как скажешь, Сота. А вы убирайтесь из Саго. Вернетесь, разделите судьбу Соты. Идите! Господин, что здесь случилось? Жители, которых схватили монголы, свободны. Они укрылись в усадьбе неподалеку. Иди к ним. А, лишь бы уйти отсюда. Сакай, надо поговорить. Когда я был молод, мне пророчили славу Тадайори Нагао. Вы лучший стрелок всех времен. Ничего подобного. Но да, я хорош. И я благодарен вам за науку. Лук занимал все мои мысли. Места для семьи не осталось. Томоэ была мне как дочь. Все перечеркнули. Да, понимаю. Моя жизнь принадлежала Луку. То, что Лук дал мне, было прекрасно. Но то, что Лук отнял... Семья важнее всего. Сенсей. Не становись, как я. Не отдавай все призраку. Томоэ где-то в Камиагате. Пытается собрать себе войско,
и задобрить хана. Если так, мы ее найдем. И прикончим. Да, так и будет. Видел я этого самурая. Так и что ему делать? Слышал, что говорил Ямато про легендарные доспехи? Та история с крестьянами? Да, она самая. Но это же просто легенды. Рассказывают детям перед сном. Может быть. Я все еще слышу его. На дорогах в Сагу творится какой-то кошмар. Монголы умеют наводить на людей страх. Это мягко сказано его отца. Как тот кричал! До сих пор не могу забыть. Я не дам больше никого убить. До сих пор не плачь, мальчица. Я работаю с любыми доспехами. До свидания. Драку не надо слушать. Обычно. Правители сражаются за... Мощь несокрушима, как гора Кубара. Удивительно, что монголы не тронули каменный меч. Могу наточить вам меч, господин. Сбалансированный. Острый и опасный. Но откуда им знать, что мечи в его... Ваш меч – наша защита, господин. Работаю с металлом, деревом и тканью. Вот, прошу. До встречи!